NEMS представляют собой осветительные приборы, позволяющие ориентироваться в темноте и в условиях плохой видимости. В зависимости от мощности, панель может выполнять функцию как основного, так и дополнительного источника освещения. Рассмотрим панель аккумулятора фирмы Camelion серии AccuProfi. В качестве источника света используется мощная галогеновая лампа типа N3. В комплекте также имеется запасная лампа. Такая лампа дает белый свет, а отражатель большого диаметра фонаря точно фиксирует свет в мощный пучок, дальность которого при хорошей видимости достигает нескольких сотен метров. В целях безопасности не направляющий луч света в глаза. Сама конструкция фонаря представляет собой корпус, изготовленный из ударопрочного пластика. У фонаря есть удобная двухдимензионная поворотная рукоятка и подставка с изменяющейся геометрией, а также ремни для переноски на плече. Для того, чтобы фонарь начал работать, необходимо перед использованием зарядителя. Панель питается от свинцово-кислотного 6-вольтового аккумулятора емкостью 4 ампер-часа, который идет в комплекте. Заряжается данный панель не только от бортовой сети 220 вольт, но и имеет адаптер для зарядки от бортовой сети автомобиля 12 вольт, что делает его более автономным. Для того, чтобы зарядить фонарь от сети 220 вольт, необходимо подключить адаптер в сеть и к фонарю, или подключить автомобильный адаптер к прикуривателю автомобиля или катера и к фонарю. Если идет заряд, то зажигается зеленый индикатор. Когда заряд завершен, горит красный индикатор. Также перед использованием можно отрегулировать рукоятку. Для этого нажмите на кнопку рукоятки и установите ее в верхнее или нижнее положение. Верхнее положение удобно для освещения отдельных дальних объектов. Или если вы хотите поставить фонарь, то установите требуемый угол наклона подставки фонаря. Фонарь включается и выключается с помощью тумблера on-off. Такой фонарь подойдет для использования профессиональными службами, такими как охранные, поисковые, МЧС, но и рыбакам, охотникам, туристам, а также для бытовых нужд.